Yeah, 3 points. Yeah, I feel good right now. Think we... Ну, мы сегодня неплохо сыграли, да, хорошая победа. За счет чего превзошли соперников? В чем превзошли? No, but I think... Okay, they had good scoring chances as well, but I think we had the puck. Ну, прежде за счет того, что мы владели шайбой больше. 80% владения было у нас, хотя у них тоже были голевые возможности. Ну, одна пятерка у них такая забивающая. Хорошая игра вообще. Не лучшим образом начали матч, с чем у вас связано? I don't remember the beginning of the game. Я уже не помню начало игры. But I, they had one nothing at the first, but I still... Они, конечно, в счете, да, ну, может быть, первые 5 минут мы не были лучше их, но в целом мы были лучше все-таки в игре. Наладилось у команды большинство, в чем сумели прибавить, просто при розыгрыше лишнего? No, but I think we had two power play goals today, but... As a goalie, and if this guy coming there, you ready to stay on the short side? Sometimes you score in power play, sometimes not. Ну, иногда удается реализовать большинство, иногда нет. Сегодня мы забили 2 гола, да. Ну, мы будем надеяться, что шайба продолжит заходить в ворота соперника. Как бы он прокомментировал игру Кирилла Капризова, который все чаще появляется вместе с ним в большинстве? Yeah, he's a really talented player. He got good vision, good... Реально очень талантливый парень, очень хороший бросок, очень хорошее катание. Я думаю, он нам в нашей команде очень сильно поможет в этом сезоне.